Я Головашенко Анатолий Сергеевич, сын геройски погибшего отца Головашенко Сергея Куприяновича, который погиб в 43-м году при освобождении Смоленской губернии, и где был похоронен и от ран скончался и похоронен в деревне Перхей Брагинского района. Там небольшое село было на берегу Днепра, где он непосредственно воевал, где кончился его славный боевой путь. 20 лет по праву получил золотую звезду посмертно. В этом большая заслуга отца при форсировании реки Днепр. Он с 5 борцами форсировал, передирался на тот берег. Переодолев стремнину середины, их лодку разбомбило. И они сплав добрались до берега. Но отец собрал оставшихся ребят, таких же молодых, и с криками «Ура!» начали рукопашную. Многие ребята его, друзья, склонили свои головы на берегу Днепра. Ну и он вскоре после этого был также тяжело ранен и скончался.